Тимофеевич Батарев. Можно просто Тимичо. Мне 20 метр 74. Очень тяжело себя описывать. Прилагательное это как? Говорят, весельчак. Добродушный. Не знаю, это прилагательное. Поумнее многих остальных. Пресс. В кармане пресс. На животе. Честный. Я честный. Счастье. Это, наверное, улыбки моих близких людей. Не помню, когда последний раз мечтал. Я попал на актерский. Вот она, реализованная мечта. Ну, сейчас прическа испортится. Порядок. Так, а что там стукать надо и гладить? Что такое любовь? О, может, следующий вопрос? 5 прыжочков на месте. Блин, да откуда я должен знать это в 20 лет своих-то? Я даже третий тост не пью, я его пропускаю. От жизни чего хочу? Да, я... Хочется познать настоящего счастья. Той же любви, которая есть, наверное. Сколько людей, столько и мнений. Да вообще мне ни за что не стыдно. Почему мне должно быть стыдно? Слишком ленивый, наверное. Всегда есть куда развиваться и стремиться. О, мой любимый вопрос. Я не строю планы больше, чем на день. В этом кайф. Нет, мне не кажется, что я толстый, просто... Я же сказал, что я честный. Как я могу быть честным? Что там еще нужно было? Танцевать, я не умею. Так, танцуем.